восстановление – это неотъемлемая часть работы спортсмена. Восстановление начинается сразу после того, как заканчивается тренировка. Чем раньше мы можем остановить негативные процессы, воздействующие на организм после тренировки, тем лучше мы можем подготовить спортсмена к следующей тренировке. Смена характера нагрузки положительно влияет на мышцы. То есть однотипная работа, она вызывает утомление, постоянное утомление мышц. И воздействуя другой нагрузкой, немножко на другие мышечные волокна, мы можем помочь нашей мышце легче перенести нагрузку и быстрее восстановиться.